подумать только, Кратос, призрак Спарты. Падший бог, проклятый смертный. Я не буду марать рук о муху, севшую назад Зевса, Гермес. Это слова труса, Кратос. Ты просто не можешь поймать меня, вот и не пытаешься. Кратос, и куда же ты путь держишь? Как дела у твоего семейства? Ах да, ты же собрался убить отца, Зевса. Ты не сможешь, никто не сможет. Кратос решил насмешить богов. Опять. Ничего не меняется, ничему-то он не учится. Кратос, глупец, убивший свое дитя. Кратос, глупец среди богов и смертных. Навсегда обречен. Навеки он проклят. Он жаждет только одной лишь мести. Спартанец идет по пути к позорной смерти. Thank you.
Ящик Пандоры? И как это понимать? Глаза не обманывают тебя, Кратос. Это тот же ящик, что был открыт много лет назад. Сила для убийства бога все еще сокрыта. Я выпустил эту силу, когда убил Ареса. Нет. В этом ящике скрыта еще большая сила. Она спрятана от мира. Все началось, когда Зевс победил титанов в Великой войне. Зевс понимал, что бедствия, порожденные этой битвой, если дать им волю, способны разрушить мир людей и богов. Чтобы спасти мир от бедствий, Зевс повелел Гефесту создать для них прочное хранилище. Страх, жадность, ненависть. Он заключил их в ящик, надеясь, что они никогда не омрачат его царство. Когда ты открыл ящик, чтобы сразить Ареса, запретная сила вырвалась наружу. Узрев твою победу, Зевс был охвачен страхом. Но пламя смертельно. Как я смогу достать ящик? С помощью той, чье имя он носит. Пандора? Она... Ключ к пламени Олимпа. Ключ к нашей мести. Это будет не просто спартанец. Мне несложно справиться с девчонкой, Афина. Надеюсь, это так, призрак Спарты. Может быть, ты и силен, но вот скорости тебе не хватает. Ты был удачлив в битвах, спартанец. На сегодня удача не с тобой! Почему ты решил, что сумеешь меня поймать? Как медленно. Олимп наделил меня молниеносной скоростью, смертный. Разве не весело? Неплохо, спартанец. Но не слишком хорошо.
море бушуя! Ленивый смертный! Еще поиграем. Давай же, Кратос. Не может одолеть меня! Ты меня не поймаешь! Медленно, соображай!
Я думал, спартанцы сражаются честно. А ты хочешь убить меня, когда я даже не могу защитить себя? Нечестно! Но у тебя ведь свои понятия чести. Правда, Кратос? И что принесла тебе твоя честь? Ничего, кроме ужаса перед поражением. Сегодня ты одержишь надо мной победу. Но потом, Кратос, окажется, что ты предал лишь самого себя. Сандалии. Они дадут тебе невероятно.